Приветствую вас на мастер-классах культурного центра Порт. Предлагаем создать декоративное панно для украшения интерьера. Для работы нам понадобится лист плотного картона, обыкновенный лист формата А4, любые акриловые краски на ваш вкус. Нанесем основной тон на лист грунтованного картона. Отложим в сторону заготовку, дадим ей время высохнуть. Нарисуем эскиз будущего панно. Когда эскиз готов, с помощью канцелярского ножа вырезаем его по контуру. Шаблон к заготовке. С помощью пинцета, фетрового шарика и любых понравившихся вам цветов краски закрашиваем наш шаблон. Добавляем декоративные элементы. Для этого используем фетровый шарик, ватную палочку. Оформляем края картины. Акриловой краской, тонкой кисточкой добавляем объема воздушным пузырям. Черным линером, тонкими линиями пройдемся по контуру шаблона.